чего достичь в игре, уже показал. Теперь посмотрим, как этого достигать. Ну и для простоты, и для большего, наверное, интереса нажмем легкий запуск. Что ждать? Много бабла, не будет бабла. Одни сплошные города, ямы, либо равнина будет с кучей всяких ресурсов. Сейчас узнаем. Welcome to Mars. Так, замечательно. Строить нам нечего и негде. Технологии, так, что у нас? Как бы узнать у нас, что за сложность? Ладно. А, ну сложность, наверное, какая-то легкая будет, раз 4 зонда. Не обратил внимания на них. Так, где у нас еще разведать-то? Ну вот здесь, наверное. Так, ну аномалий много, это хорошо. Это очень даже хорошо. Ну и, наверное, вот здесь. О, попал. Так, где у нас больше металла? Металла у нас много вот здесь. Значит, ракету. Датчики следовательской вышки функционируют, не потребляя энергии, не нуждаясь в обслуживании. Ну да, нам сейчас как можно больше надо изведать секторов. Ну и пока. Да, и вот дроны, чтобы быстрее двигались. Сразу склады. Склады, склады, склады где-нибудь вот здесь в сторону. Так, склады у нас вот здесь поставим. Нужно исследовать новые технологии. Так, и что у нас? Подземные нагреватели. У нас вроде теплая сторона здесь. Мерзлоты нету, наверное, нам не пригодится пока. Так, аномалия, аномалия, аномалии. Еще исследовать надо. Так, как у нас исследуются аномальные датчики, надо будет их строить, чтобы быстрее разведать сектора. Пока сектор не разведан, строить, наверное, купол или что-то глобально нет смысла, потому что может оказаться все где-нибудь в этом секторе. А я здесь начну строить купол и просто придется грубо разобросить. Так, самоход у нас не улучшенный, медленный, ничего не исследовано. Сразу вторую ракету, модульные постройки.
Опаривателем я видел там было. Целудронами. Топливный комбинат. Машиностроительный или завод электроники. И полимерный. И на остатки. Части электроника. Наверное, вот немного так и чуть полимеров. Все, запускаем. Для начала скорость увеличим. Зачем долго сидеть ждать? Все равно делать нечего пока. Research complete. Anomaly analyzed. Вот, автономные датчики исследуем. Зонды становятся дешевле, могут проводить глубокое сканирование. Да, нам глубокое сканирование очень даже нужно. Потому что вот здесь, грубо говоря, там просканировал, бетона чуть-чуть нашли, а можно еще глубже просканировать и найдет драгоценный металл, глубокие залежи, допустим. Так, автономные датчики, датчики, датчики. Исследовательские вышки, то есть. Ставим здесь, здесь, здесь и здесь. Если что, потом удалю. Пока пускай сканируют. Ресурсов не так много надо, а прибавить скорость они достаточно хорошо, чтобы вокруг и все просканировать. Так, склад. Так, у нас шлаки некуда складывать. Шлак пускай сваливают здесь. Потом в бетон его переработаем, когда откроется улучшение. А, у нас один целудрон есть. Ракету мы сейчас увезем. Целудронами можно смело здесь где-то ставить. Так, что за новые технологии? Так, засолка... А, вот, разведчик вырабатывает дополнительные очки. В начале, когда их всего 300, плюс 100, это очень даже хорошо. И что у нас? Лучше на Мокси, но Мокси смысла нету. Купол я строить буду не скоро. Так, они у нас до сих пор не разгрузили. Sector scanned. Вот, плюс 179% от одной вышки только к сканированию. Здесь построить вряд ли что-то получится, но может быть что-то разведаем. Research complete.
у транспортера. Он быстрее собирает, быстрее ездит, и плюс 15 единиц больше может собрать. То есть вот он металл в данный момент собирает, он будет собирать быстрее. И не 30 единиц, а 45. И, соответственно, он будет быстрее передвигаться. Неработающие постройки. А, нет электричества. Так, и сразу топливный комбинат. Так, где он у нас топливный комбинат-то, ё-моё. И им нужны трубопровод. Sector scan. Ну и для воды, чтобы она копилась, напорная башня. Ну, раз секторы просканировались моментально за счет этих вышек. Здесь, наверное, смысла не сканировать. Там совсем уж прям завалено все. Наверное, сразу еще пару складов сделаю. Сейчас он у меня надо собирает его по сторонам здесь. Ну, пока у нас с водой какой-то напряг такой. Потому что 12 тысяч, они... Как только начнешь строить купол, эти 12 тысяч вылетят. Выветрятся. Испарятся. Так, ну, начало колонии положено. Продолжим дальше потом. В следующем видео.